Я вижу этот пустырь по улице Ленина. Начали немножечко облагораживать. И я вижу спецзеленстрой. Садит зеленые насаждения. Глядишь, и мои слова дойдут. Может быть, уже дошли. Но здесь-то ремонтировать надо. Невыносимо ходить. Я вот месяц не был, когда мы тут делали, помните, репортаж с Вячеславом, который очень часто бывает на наших фестивалях бендерских и ну вообще на концертах. Но здесь очень красиво, но здесь ну надо все-таки постараться это ремонтировать, привести в порядок все-таки центр города. И ну не знаю, мне просто обидно за город, что он немножечко, значит, это, ну, превращается, ну, вот, в эти поломанные дороги. А тут достаточно очень и очень оригинально. Да, вот я вижу, они подрезали хвою, как и на площади тоже сделали. Ну, молодцы, хоть что-то делается. Спасибо за работу, мне очень-очень это нравится. Я думаю, что летом будет вообще класс. Но здесь не мешало бы все-таки отремонтировать. Потому что участок в очень плохом состоянии.